парке «Патриот» в начале осени откроется учебно-методический воспитательный центр «Авангард». Уникальная база размещается на площади более 28 гектаров. Ежегодно в образовательной программе смогут принимать участие около 30 тысяч ребят из Московской области и Москвы. Напомним, идею создания центра военно-патриотического воспитания «Авангард» ранее поддержал Владимир Путин. Строительство стартовало в сентябре 2019 года.